Всем привет, с вами Киев, и сегодня у нас в обзоре свитшоты Комфорт. Про эту линейку мы уже записывали видео с худи, а сегодня я вам подробнее расскажу про свитшоты. По составу здесь все те же 65% хлопка, 30% полиэстера и 5% лайкры. То есть материал прекрасно дышит, прекрасно тянется, но сохраняет форму. В конструкции предусмотрено два боковых кармана, они не видны в принципе. Но они точно есть, и в них можно положить все самое необходимое. По низу рукавов у нас манжета из рябаны. Она плотная, но не сдавливает руку и защищает от холода. Точно такая же рябана есть внизу кофты и на голове. Свитшот разработан тоже в линейке от XS до 2XL. Вы точно подберете свой размер, но и так точно так же подберете свой цвет. На мне сейчас сиреневый в монолуке, где я собрала и брюки, напомню, комфорт, и свитшот комфорт. И сейчас я вам покажу несколько образов с разными вариантами. Мятный цвет, и он прекрасно сочетается с сиреневым. Черный, кэмо, оливковый. На этом у меня все. Всем пока! Не забывайте подписываться на нас, чтобы следить за обновлениями, добавлением новых цветов, узнавать самыми первыми. Всего хорошего, всем пока!